Вот научил ее на свою голову, а она теперь меня обыграть пытается. Все, о, так, мы летим с гантелями. Красивые хвостики. Ева реально третью гантелю повесила, смотрите. И сегодня мы снова в кликере другом. Мы уже летали наверх, мы бегали очень быстро в бэкрумсах, где бы то ни было, теперь мы будем падать. Вот, строго говоря, у нас еще минута падения. Будем ли мы? Ну, смотрите, давайте типа, просто мы упадем. Очень медленно Ульон, как ты быстрее меня Я случайно нажимать начала. Наклацала. Смотрите, а мы тут с вами такие медленные, так некомфортно. Вообще, блин. Как будто я с парашютом сейчас. Ага. Он за ноги привязан. Да, только меня просто подвесили реально. Вверх ногами. Это очень похоже на тот тавер, где мы прыгали вниз. Да, кстати говоря, давно хотел в него сгонять, ребят. Если хотите тоже, чтобы я туда сгонял, то можете поставить лайк и написать об этом в комментариях. Там, где мы маленькие, падаем вниз. Прикольный тавер, кстати говоря, да. Жду обновлений и там, и в игре, где мы, в принципе, малютки. А тем временем у нас 20 секунд остается до... ну, раунда некстового. И мы прилетели, честно говоря, сколько, посмотрите, там даже Ульяна, вот, самую малость. О, кстати, можно сделать так, тогда же удобнее. Да, я думаю, так сделаю. Мы, да, пока мы ничего не получили, потому что вон там, вон это, воротики эти, видите? Внизу, видите? Ага. Нет? Видите? Да. Видите? Все, короче говоря, ребят, наверное, уберу вот этот вот пользовательский интерфейс, так, я думаю, будет удобнее. Так, все у меня включено, ребят, все включили свои вот эти вот приколдески, да? Все? Да. Все хорошо? Все правильно? Ну, вроде, все, да. Ну, у кого есть, у меня нет. Ну, знаешь, Ева, в прошлый раз тебе это не помешало, ты даже всех обогнала, учитывая, что у тебя не было никакого способа нажатия. Ну, там просто я коды использовала, и как-то так получилось. Пока реально разница даже незаметна, да. На самом-то деле. Да. Но это только пока, мне кажется. А может быть, знаете, есть какое-то ограничение в нажатии. Хотя я вот нажимаю, я думаю, все слышат, как я нажимаю. Ну да, ну, у тебя побольше получилось. Да. А Ульяны как у Евы. Ого. Да. Ребят, нажимайте вниз, так будете быстрее. Да, я убрала интерфейс случайно, я пропустила. Когда нужно нажимать. Разве быстрее? Нет. Да. Нет, вниз. Вот у тебя скорость. У тебя же скорость там показана. Визуально персонаж... Визуально? Это визуально. А по это факту как будто совсем иначе все. Не помогает. Хорошо, давай так. Я убираю нет, руку. Ты делаешь будто а ты... бы рывок сначала, общем... а потом одинаково летишь. Да. Получи один выигрыш. О, ура! Я наконец-то победил. Да, да, это того стоило. Главное, чтобы Лана вот не заметила. Держать. А что значит, что тут держать пространство? Ну, может быть, ты можешь вылететь за пределы, если а ты... Как, что значит держать пространство? Как это... Куда? Как мне держать пространство? Объясните, пожалуйста. Блин, вот знаете, что бесит? Что в таких играх никто не догадался сделать какие-то усложнения. То есть, грубо говоря, если это вот вниз... Миша, да... я тебя обогнала. Ты видел? Чего? Куда ты там обогнала это меня? Как? В своих я была быстрее, чем ты. Обогнала я меня. На секунду была быстрее, я видела все. Вон она сверху, если кто не понял. Вот там вот тусуется. Говорит, я обогнала тебя. Хорошо, Лан, обязательно обогнала уже несколько раз. Так вот, никто не догадался до сих пор сделать какие-то усложнения. То есть, например, если ты летишь вниз, не знаю, сделайте какие-то там, ну, палочки, чтобы в них врезаться, я не знаю. А вдруг? Ну, правда дальше же, но это же будет интереснее. Будут. Ну, короче, не знаю, не знаю. Везде вот такая проблема. Бэкрумсы, та же самая история. Самые первые там рейс-кликеры, или как там назывались эти игры, у которых там 50 тысяч в один момент играло, ну, типа, та же самая история. Ничего необычного. Успею ли отлететь? Ну, нет, посмотрим. Три не секунды, успею. Нет. Я просто пользовательский интерфейс отключаю для того, чтобы было, ну, типа, поадекватнее все смотрелось. Да. Итого! 14, 14, 12. Ну, короче говоря, о, что-то награду можно получить, капец. Ну-ка сюда. Претензия, претензия. На. А, ой, ну и пока тебе. Что-то, не знаю, не особо реально сильнее я кликаю, как будто бы, но я вроде... Вот смотрите, вон, кошка Лана дубасирует. Вот научил ее на свою голову, а она теперь меня обыграть пытается. Смотрите, реально, и обыгрывает. Да, на два обыграла. Ха! Вот же ты, блин. Вот. Все, в следующий раз что-нибудь придумаю, не буду тебе рассказывать. А то ты вон против меня это используешь. Что, ребят, а почему ты я дико извиняюсь. Выше? У Ульяны 402 победы? Нет, это я код использовала. Ты какой нашла код? Да там в описании есть. Да ты че? В описании я тоже код, уже об этом подумала.
Пока да, летим, можно использовать. Код, да? Код, код. Ага. Капец, блин. Так, правда, ребят, это не очень дает тебе что-то, если честно. За... Может, эти за это можно питомцев? Можно... Да, да, что-то покупать. А-а-а. Мы просто не успели. Ну да. Так, все, еще, пожалуй. И третий код. А, код уже востребован, к сожалению. Ну и пожалуйста, его востребуйся. Ёж, ты что-то меньше ввел кодов. Да, там да. Три первых, они должны работать. Ну, я ввел 97%, 300к и 5 миллионов визитов, и все. Может, что-то неправильно, потому что... Или ты два раза один и тот же код ввел? Код востребован, не знаю. Ёж, ну... Должно быть 404 победы, да, у всех. Да, как у всех. Ага, да, действительно, все заработало. Хорошо, это значит что? Что мы можем купить питомцев? Или что мы будем делать? Или лучше будем кликать лучше? Ну, надо кликать попробовать. Лучше вроде не будем, потому что Ульяна ввела коды и накликала столько же. Ульяна, ты коды когда ввела? Ну, вот до того, как полететь. А, ну то есть ты кликала без? Нет, я кликала уже с. А. То есть я в конце прошлого полета ввела? Ага, значит, надо успевать покупать все-таки пацанят. Сейчас будет интересно, если кому-то выпадет что-то более-менее легендарное, он будет лететь быстрее. Ну да, и это уже точно. Не будет зависеть от того, кто как кликает. Ну, строго говоря, будет все равно, но да ладно. Чего? Так, а ну-ка. Блин, что, я что? Думала меня... Да я испугалась. 175, ну давайте. А тут? Ладно, давайте 175. Ой. Так, ну-ка дай легендарку сюда. Что это за спасибо гантели? За камонку. Просто гантели, мне реально. Мне гантелю тоже дали. А у меня необычная. Редкую. В смысле? Ну вы что там? А, я понял. О, да, редкая гантеля. Фиолетовая. Ребята, 4 секунды, 3. О, реально? Что, уже? Ой-ой-ой. Все, нажимаю. А у меня не кликается. А Лана опять круче, блин. Да что такое? Ты меня гантеля крутая. Смотрите, Лана реально круче. Ах ты, гантеля. У меня теперь, чем у Ланы. Ого. Все, о, мы летим с гантелями. Красивые хвостики. Ребят, так это ж логично. Мы берем тяжелые гантели и летим быстрее вниз. Точно. Вот человек физику не учил. Человек не учил физику. Ёши, ну здесь ребят, это логично. Не будьте такими, как Лана, пожалуйста. Ёши, ну это Роблокс, это физика Роблокса, да блин. Конечно. Подожди, а физика Роблокса отличается от обычной физики, я правильно понял? Хорошо, да. Тогда хорошо. Хорошо, Ёши, давай мы с тобой. Ладно, подожди, Лан, у меня к тебе вопрос. Не понял это из предыдущих игр каких-нибудь. Лан, что весит тяжелее, килограмм железа или килограмм пуха? Так в том-то и дело, что тут килограммы добавляются. И человек с двумя гантелями будет падать быстрее, чем человек без гантелей. Ты думаешь, у нас тут не воздух, а вода, правильно? Мы в воду вот сейчас вот прям. Я думаю, очень что у нас стремительно... тут Роблокс. А, хорошо, тогда, тогда ладно. Кстати говоря, в прошлой игре кликере, там, где мы были в бэкрумсах, можно было кликать еще и во время полета. И это нам давало там что-то там пропуск в другие, скажем так, миры. Точнее, не миры, а строго говоря, карты. Вот, жаль, что здесь такой штучки нет. Но тоже, в принципе, прикольно. Подождите, а Лана получается... Да, вот, и Ульяна, и Лана, получается, накликали больше, чем я, да? А где вы? Да. А что вы такое купили, я извиняюсь. Мы, Ева, мы две гантели купили, два раза открыли. Да. А можно только две иметь или больше? Ну, рук две. А может, к ногам? Ну, если только еще на ноги нацепить, конечно. Непонятно. Непонятно вообще, ни разу. Подождите, а где тут... А, вот, назад. А, да, только две, к сожалению. Так, ну мы купили гантели, а можно еще купить, наверное, каких-то питомчиков? А я вот пыталась, у меня не получилось. А где они вообще? Нет, что-то тут ничего нет. Подожди, сколько побед у меня осталось? У ребят! 5! Что? Смотрите, вот. А, это что за таков? Прыжки! У нас только 4 прыжка! Надо 25 и будет сова. Вот смотрите, опять сейчас они меня... Вот они меня уже перекликали. Как это получается вообще? Ёши, гантеля слабая у тебя очень. Да. У тебя гантеля слабая. У меня замечательная гантеля. Редкая, необычная. У меня замечательная. Блин, реально, слабая гантеля у меня. Ну, капец вообще какой-то. Ой, вот как это у них уже, вон, смотрите, сколько. А, нормально, у меня тоже так же. Ладно, но все равно Лана круче. Что такое? Смотрите, что это такое? У меня еще и окно свернулось вообще-то. О, ясно. Она бы еще больше накликала. Капец. Получается. Давай быстрее набирай скорость. Давай быстренько, как Лана учила. Оп. 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 Все отлично.
Скорость 5К. Что это значит? А, ну это значит, что у меня 5К скорость, логично, да. Так, ну бейдж за это дали, а подарки какие-то еще? Подарков не будет, я думаю, так. Не круто. Не круто абсолютно, хочется подарок. И вот знаете, победы как-то очень нехорошо добываются, как-то слабенько, типа. Из-за победы, ну, не становится больше этой скорости, когда ты кликаешь. Это меня тоже смущает, потому что в обычных кликерах все происходит именно так. О, ребят, кстати говоря, 5 секунд осталось, а мы уже до 25 тысяч почти. Ну, пожалуйста. Нет. Вы тоже не долетели, да? Да нет, ну, конечно. Чуть-чуть побед бы, чуть-чуть. Самую бы малость со 175 можно было бы купить, да. Блин. А. Ну ладно, в следующий раз обязательно. Так, все, настроились на кликанье. Давайте, настроились. Кликаем через 10, 11 секунд, 10 секунд, вот. Ой, я дико извиняюсь, а у меня гантели. Нормально. Я дико извиняюсь, почему у меня топ-скорость была написана меньше, чем... Должна была быть, у меня было 5000, а когда я начинала, было написано 4. Это как понимать? Ева реально третью гантелью повесила, смотрите. Ага, на спине смотри. Ясненько. Сейчас укатится быстрее все. До свидания. Да? Ничего себе. Ну я лучше, не, я лучше куплю, которая за 175. Ага. Да, я тоже, пожалуй. Надеюсь, она все-таки больше дает. Ну, если тебе там не выпадет легендарка, то, скорее всего, да. Но смешно, что на этот момент Ева, которая без кликера, нас обыгрывает. Это да. Не, ребят, это реально очень странная игра, потому что в тех кликерах хотя бы вперед надо было нажимать. Здесь не надо тебе ничего, ты просто типа чилишь. Вот можно вот так перевернуть. Это логично. Логичнее было бы все же. Если бы мы хоть что-то делали, ну хоть от чего-то уклонялись, ну раз в 10 тысяч хотя бы, пожалуйста. Так, мне кажется, на 50 тысячах что-то появится. Нет, я очень сомневаюсь. Кликеры не меняются, как по мне. Слушайте, а у вас тоже вот этот обман зрения происходит, когда смотрите на крайние вот эти квадратики на гранях? Они как будто вы летите назад и очень медленно. Ага. Нет, у меня сейчас не работает так. А ты да, долго смотри, такое, они да. потом в другую сторону Ой, поедут. Все, я долго смотрю на чудесную штучку. Ну-ка сюда. Гантелина! Гантелина. Но! Пойдет, ладно. Обычная. Необычная гантелина. Чё, самая дешевая? У меня самая дешевая была. У меня тоже самая обычная. О, а куда? Тише, тише, наденься, наденься. Подожди, а куда я ее прицепил? А, ну все, только сама... 3, может быть, да? Да, не да, знаю. Слушайте, а прям намного усилила. Даже вот эта вот обычная гантелина. Ну да, нормально так. У меня было 5,5, стало 7,5. Ты меня перенажимал. Потому перенажимал, что у нас гантели, да. кстати, одинаковые. Да, у всех. Угу. Ева, у тебя на спине тоже такая есть? Да, я поменяла, потому что это 700, а это 1,7 тысяч. Ага. Но в целом только 3 можно, да? Не знаю. Ну, возможно, логично, на ноги типа. Еще. Ну, у тебя есть же больше гантель, попробуй еще. Я боюсь сейчас надевать, а вдруг у меня все сломается. Если ты нажмешь дополнительно, думаю, вряд ли. Ну, хотя потом, попробуешь потом тогда, как тебе удобнее. Нет, похоже, только 3 можно, потому что я нажала, ага. Мне предлагают на любую поменять. Вон. Так, а тем временем мы снова подлетаем к 25 тысячам. И мы пройдем эти 25 тысяч. И я надеюсь, дойдем до полтосика, потому что остается еще чуть меньше, чем полминуты. Да, однозначно дойдем до полтосика. Полтосик. Но я правда очень сомневаюсь, что там что-то поменяется. Сколько побед дают, извините? Так, 119 и 150. Ого, ого. Слушайте. Так дают нормально-то получается за эту победку. Блин, мы не успеем. Нет, не успеем, к сожалению. И опять не купим, блин, опять не купим. Ну, долетишь ты, ёлки-палки. Ну. Оставалось. Так, ну что, готовы? Давайте. Уи-у. Нормально там нажимается, интересно? Я не вижу, просто у меня мешается эта штука. Да вроде нормально, слушайте. А когда вы увидели, что у нас здесь падают листья? А, в начале, но я что-то не сказал об этом. А, да? Я только что типа заметила. Осень, все дела. Так, что, опять больше? Да, опять чуть больше. Ну, у меня опять уехала мышь! А я почему-то не смогла нажимать в последние 3 секунды. Интересно. То есть, если бы я нажимала, у меня было бы больше? Наверное. Возможно. А так у нас почти одинаковые с Евой. У меня 7,6. Да. Это максимальный, кстати говоря, пока. Ребят, ну у меня в прошлый раз вроде было 7,5, а сейчас пишется максимальный 7,4.
А, тогда странно, тогда, видимо, это не так работает. Так, ну я очень жажду поскорее... Ага, 177, отлично. Поскорее заработать как можно больше этих побед и еще одну гантельку купить. И если будет какая-то крутая, то обязательно с ней слетать. Если нет, то, ну, наверное, нет. А еще очень хочется долететь, блин, до этой вот этой вот штуки, которая за полтосом. Но я не уверен. Что, еще реально не долетим и сейчас тоже? Злюсь. Ну ничего, смотрите, сейчас мы можем быстренько пойти и купить еще одну гантельку. Могли бы уже, конечно, 1000 ну, подождать. Но нет, не будем, разумеется. Так, пожалуйста, дай оранжевый. Иди ты. Все, нет, все. Я даже лететь теперь не буду. Все, на этом будем точно заканчивать. Все, даже вот так вот сделаю для красоты. Так что все, ребят, если хотите, чтобы мы... крутая. Ну вот и кликай там себе. А на сегодня-то все, ребят. Если хотите, чтобы мы сюда вернулись, то пишите в комментариях. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии. На колокольчик нажимайте. И всем пока. 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 Пока.